Я специально назвал этот стрим «Мы расстались с Катей», чтобы уже наконец-то все это узнали. Возможно, мы даже запишем ролик на второй канал об этом, потому что это часть моей жизни, часть жизни Кати и часть истории канала. И мы реально расстались. Это не хайп, это не вот вся мамина мама, это так, как есть. Я никогда не хайпил на отношениях и никогда хайпить не буду. Назвал я специально так, потому что даже в начале стрима спрашивали: «А где Катя?» Если ты расстаешься с девушкой, логично то, что ты с ней больше не живешь. Поэтому Катя со мной больше не живет. Уже, наверное, как месяц она переехала в другую квартиру. Поэтому смысла нет, спрашивай, где? Не знаю, ответишь ли ты или нет, расскажи, пожалуйста, почему расстались с Катей. Я уже говорил еще пару стримов, на прошлом стриме, когда я сказал то, что мы расстались. Слушай, ну просто, как это тупо бы не звучало, у нас разошлись интересы, мы просто начали очень много ссориться, и оно дошло до того, что мы ссорились по два раза в неделю, и просто друг выгорели, все. То есть не осталось никаких чувств, не осталось никакого внимания. Не, как бы, любовь, как она была, так она и останется. Любовь никуда не исчезает, но просто слишком много выносили друг другу мозг. И в жизни на данный момент и так много всего плохого происходит, потому что, ну, все мы знаем, что сейчас на планете происходит. А еще плюс к этому всему происходило то, что мы друг другу мозг выносили, и просто, ну, мы устали. Поэтому мы решили сначала друг от друга отдохнуть. Мы такие: ну ладно, давай разъедемся, отдохнем друг от друга, там посмотрим, а потом как-то все пришло к тому, что мы решили расстаться. Вот. В принципе, я больше ничего не могу сказать. Нет каких-то драм, нет какого-то расследования. Кто-то забеременел, там я забеременел от своего друга. Или... а вдруг? Или кто-то вдруг кому-то как-то изменил с кем-то там. Нет. Но вот самое банальное, что может быть. Чихнул кто-то в комнате! Когда живешь один, кто-то в комнате чихает. И это не Марти, я слышал женский голос. Привидение, что ли? Или это у меня в голове чихнули? Там я забеременел от своего друга.